80% пар разводятся, и в большинстве своем женщине становится проще быть одной. Ей просто становится ненужный мужчина. Это до чего же стали бесполезны мужчины, что женщине проще быть одной? Ух, взбунтовалась, сильная, независимая. И в комментариях там столько всего. Ой, я избавилась от мужа, стало жить легче. Так, дорогие дамы, ну если вам проще, ну живите вы одни. Ну никто же не против этого. Нет же, вы приходите к мужчинам, вы начинаете их убеждать в том, что чужих детей не бывает. Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Потому что сами не вытягиваете этих детей воспитать. Их одеть, обуть и дать им образование. Помимо всего этого, вы заводите много мужчин-друзей, которые один поможет огород скопать, второй машину починить, третий электрику, четвертый куда-нибудь свозит, пятый что-нибудь подарит. Но если ты сильная и независимая, как ты здесь заявляешь, ну так живи сама. Причем здесь мужчины? Почему ты все время потом опять обращаешься к мужчинам?